Равняйсь! Смирно! Больно! Нож для разведчика – это оружие последнего шанса. И если вам выпадет такой подарок судьбы, вы должны готовы быть к нему на все 100%. Ну а теперь давайте посмотрим, так ли это. Никого не помял? Где вы этого научились, товарищ старший лейтенант? Чему-то отец научил. Чему-то дед. А чему-то война. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Обращайтесь. Вас срочно вызывает командир батальона. Понял, сейчас буду. Василий, разбейтесь по парам. Отработайте защиту нападения. Товарищ подполковник, старший лейтенант Ростенков по вашему приказанию прибыл. Да, проходи, садись. Дело серьезное, поэтому без предисловий. Группу Полякова помнишь? Конечно. Нет больше группы Полякова. По всем данным, немцы готовят контрудар на нашем участке фронта. Вопрос, где? Ребятам удалось захватить документы, связанные с этой операцией. Но, как ты понимаешь, группа была обнаружена. Единственное, что не успели передать, это координаты тайников. Вот в этом районе. Судя по всему, до удара 3-4 дня. А единственные достоверные сведения находятся в немецком тылу. Эти документы должны быть здесь. Это и есть твое задание. Группа не готова еще. Из ребят могу взять только Васильева и... А группа туда и не пойдет. Тебе придется действовать одному. То есть как? Не смотри на меня так. Я и сам прекрасно понимаю, что это практически самоубийство. Что ж, как говорится, за родину и умереть не грех. А вот это вот брось! Я таких героев пачками отправляю домой в похоронках, а ты мне нужен живой! Так что пойдешь и вернешься. Товарищ подполковник, вы меня с кем-то путаете. Я всего лишь человек. Ты не просто человек. Ты один из моих лучших разведчиков. Ну, посуди сам. Сколько тебе туда с группой топать? Еще линию фронта пересечь. Найти и вернуться. Дней 5 минимум. А у нас нету этого времени. Попросту нет. Да и после Полякова там немцы на ушах стоят. Там все кишит засадами и патрулями. Там должен действовать одиночка, невидимка. Там должен быть ты. Это наш шанс. Я все понял. Можно подробнее о деталях операции? Мы сбросим тебя на парашюте. Но не в самом районе. А западнее в тылу. Здесь немецких войск меньше и легче затеряться. Самолет пройдет на предельной высоте, дабы избежать огня вражеских зенитных орудий, поэтому вероятность сноса будет очень велика. Сориентируешься, выдвигайся на восток, держись по карте. Дойдешь до красной зоны опасности, не мне тебя учить. Не забудь уничтожить все данные, связанные с заданием.
В общем, постарайся управиться засветло, от ночного передвижения предлагай отказаться. Велика вероятность нарваться на немца, и что еще хуже, на его противопехотные подарки вдоль внешней стороны дорог. Значит так, найдешь документы, выдвигайся дальше на восток, к линии фронта. В этом квадрате тебя встретит группа с переводчиком и рацией. Понятно? Так точно, товарищ подполковник. Разрешите готовиться? Иди. Имей в виду, ты не имеешь права ни погибнуть, ни пропасть. А вернешься, приставлю к очередной награде. Товарищ подполковник, разрешите вместо награды в качестве поощрения домой съездить, родных навестить? Хорошо. Вернешься, поедешь. Обещаю. Спасибо. Ты только дойди.
Обещаю, что вернешься.
А ты косички заплетать умеешь? Косички? Да. Может, скоро понадобится. Вдруг дочка будет. А за остальное я спокойна. Не волнуйся, умею я заплетать косички. Thank you.
Не страшно тебе, красавица, одной в лесу гулять? Пусти, а то закричу. Ишь ты, я, может, тебя проводить хотел. Братья узнают? На тебе живого места не останется. Подумаешь, напугали. А раз такой смелый, приходи свататься. Не была. А я свою дочь абы за кого не отдам. Ты на деле докажи, чего ты стоишь. Вон, хотя бы нашего Филимона одолей. А. Alles gut hier. Thank you.
Entschuldigen Sie, Herr Hauptmann, für diese kleine Panne. Geben Sie mir 5 Minuten und wir können weiterfahren. So ein Mist, so ein Stück Eisen, so ein verflörtes Stück Eisen. Oh, immer wieder, immer wieder. Ist es noch weit bis zu unserer Stellung? Nicht mal 5 Kilometer. Gut. Einen Moment. Wir fahren gleich los. Im Dienst, Leutnant Chef. Hallo? Wie geht's? Nicht besonders gut. Man behauptet, du weißt alles. So wird es behauptet. Ich weiß es genau, dass das Rauchen tödlich ist. Ist der Krieg nicht tödlich? Na gut, rauch weiter. Was noch? Hauptmann Schneider wartet. Darf er rein? 5 Minuten. Gut. Ja, bitte. Herr General, Hauptmann Paul Schneider meldet sich zur Stelle für den weiteren Dienst für das große Deutschland. Ah, Schneider. Freut mich, Sie bei guter Gesundheit zu sehen. Übrigens, wie geht es Ihrem Arm? Danke, Herr General. Все в полном порядке, наши врачи свою работу знают. Хорошо.
Тогда жду вас завтра на общем совещании. А пока личное время. Герр генерал, по пути следования из госпиталя мной обнаружены некоторые признаки диверсионного перехода. Где? Вот в этом квадрате. Гауптман, мне приятно иметь дело с настоящим профессионалом. Но спешу вас немного разочаровать, мой друг. За пару дней до вашего приезда нами была пресечена попытка хищения русскими важных документов. Диверсанты были успешно уничтожены. Так что следы, которые вы обнаружили, это, вероятно, результат их деятельности. А судьба бумаг? Да. Сгорели вместе с диверсантами. Хорошо, что еще в штабе отнеслись к нам с пониманием и выслали новый пакет документов. Но что, если уничтожена не вся группа или... Пауль! Чтобы делать подобное предположение, нужно иметь конкретные факты, а не признаки перехода уже уничтоженных диверсантов. Герр генерал, если вы дадите мне время и позволите мне заняться этим делом, то я, возможно, смогу их найти. Капитан, я дал вам личное время. Можете использовать его как вам угодно. Я воль.
Ja. Ja. Klar. Jawohl. Entschuldigen Sie bitte. Mhm. Wie bitte? Ja. Ja, fertig. Hallo? Miststück. Hey, Müllermann. Wir haben keine Verbindung mit dem Oberkommando. Sieht so aus, dass es sich um einen Wackelkontakt handelt. Prüf mal. Schon wieder. Das ist dringend. Beeil dich. Zu Befehl. Hier. Das war's. Thank you.
Ты прости нас, медведюшка. Прости. Это не мы тебя потревожили. Это гибель твоя. На нас выпала. Он же тебя чуть не убил. Мы, Ваня, от зверей этим отличаемся, что кроме своей жизни и чужую тоже ценим. Запомни это. И никогда не убивай без нужды. Ни наживы, ни забавы ради. Hallo. Hallo, Herr Kommandant. Ich kann weitere Informationen empfangen. Jawohl. Leider, stehen bleiben. Was soll das? Herr General, нет никаких сомнений, что у нас под боком готовится новая диверсия. Ein Bonbon? Спасибо, нет. Могу сказать точно. Работает не группа, а один человек. И след свежий. Спасибо, Пауль. Я распоряжусь усилить посты охраны. Но, генерал, его необходимо поймать. Дайте мне поисковый отряд, и я в кратчайшие сроки справлюсь с этой задачей. Капитан, вы забываетесь. Похоже, что вы решили научить меня работать. Теперь, чтобы найти одного человека, я должен все бросить и задействовать силы всего подразделения. И все это вместо того, чтобы готовиться к реализации плана контрнаступления. Генерал, что если документы не были уничтожены? Что будет, если они попадут в руки русских? Хватит! Хватит с меня этих безумных предположений! Господин генерал, все в порядке? Нормально. Останьтесь. Капитан уже уходит. Останьтесь. Хорошо. Я вам дам еще одни сутки. С последующим полным отчетом о проделанной работе. Да, еще. Еще. Свободен. Не слишком ли вы жестки были с ним, генерал?
Если бы я реагировал на паранойю каждого контуженного, Фриц, мы бы до сих пор стояли на границе с Польшей. Так или иначе, план контрнаступления будет реализован через 4 дня. А если я доложу по инстанции Рейхсканцелярию о возможной пропаже секретных данных, представляешь, чем это для нас может обернуться? Угу. Я имею в виду гранату. Вряд ли он врет. А это будет уроком для выскочки. Ты видел его лицо? Теперь, если в этом лесу действительно кто-то есть, он его из-под земли достанет. Коньяк. Яна. Mit diesem Schneider ist es nicht alles so einfach. Ich habe mich mit seiner Personalakte vertraut gemacht. Da steht. Vor dem Krieg diente er bei der Polizei in der Ermittlungsabteilung. Die Chefs waren mit ihm zufrieden. Und in seiner Beurteilung werden seine außergewöhnlichen Fähigkeiten erwähnt in der Truppenführung. Und er zeigte gute Ergebnisse. An der Frontlinie, im Kampf. Sein Trupp erfüllte alle Aufgaben mit minimalen Personalverlusten. Die Soldaten glaubten, es lag an seiner Intuition. Und nach der Kontusion erzählte man Legenden über ihn, über, wie er steht, über die herniedergestiegene Offenbarung. Worin besteht es? In seiner Fähigkeit, sich in die Rolle des Feindes zu versetzen, seinen Gedankengang zu verstehen und als Mensch mit übersinnlicher Wahrnehmung Informationen vor Ort zu bekommen und einige Ereignisse vorauszusehen. Thank you.
Aber ich glaube, das sind alles Aberglauben. Ach, Erwin Kumpel, du kannst mir es glauben. Die Jagd ist das Beste, was ein Mann machen kann. Ja, hör mal zu. Einmal waren wir mit meinem Schwager auf der Jagd. Wildschweine wollen wir. Da sehe ich einen Wildschwein, schieße. Der läuft auf mir zu. Ich schieße wieder. Daneben. Dann noch einmal. Wieder nicht getroffen. Ach du, Mann. Weißt du, dieses Gefühl, wenn das Schwein auf dich läuft, ist aber Wahnsinn. Entschuldige bitte. Einen Moment. Hä? Erwin! Erwin! Was ist los? Erwin! 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 Aber keinem Wolf begegnen. Wo bist du, mein Ferkel? Wo bist du?
Halt! Dreh dich um! Waffe niederlegen! Waffe! Waffe niederlegen! Waffe niederlegen! Wo sind die Papiere? Gib hier. Gib. Thank you.
Папа, просыпайся, просыпайся, просыпайся. Да. Свезло нам, внучок, сегодня. Здорово свезло. Свезло то, что у тебя заряда хватило в патроне, и он ослабше был, да? Свезло, Ваня, что Велес покой сегодня выбрал, а не нас с тобой. Ну что, внучок, пойдем. А ты молодец. Не испугался. Не испугался. Вот как бывает.